Привет, по ту сторону смотрящий, ты на канале Папилон. Меня зовут Павел, и сегодня мы играем в хоррор под названием Chicken Feet. Игра про страшных куриц, которые нас будут пугать или убивать. Я даже не знаю, что в этой игре, в принципе. Все игры, которые я прохожу на сегодняшний день, вот такого образа, инди-игры, я не знаю о них ничего. Dial and Bust Presence. У меня это первое впечатление, как бы, в этом весь кайф. Так что проникаемся этой игрой вместе со мной. Chicken Feet. А Chicken Feet, Feet это что у нас? Блять, не могу сейчас перевести, надо посмотреть всю заставку. Это мое добро пожаловать в спотише прекрасная и интерактивная наука Facilities. Твой гайд на Today. Да, блять. You want my настоящее имя конфиденциально. Кори was nice to name. Так. Anyway, короче, сами должны понять. Я не буду вникать. Я. Sure a giant chicken, lots of death. Yeah, it's a pretty bad problem. But I have faith in us. We're gonna make a great team. I'm tracking your location, so I'll always know where you are. I'm here to help. Now, enjoy the glamour while you still can. You'll be heading deep into this facility, and I promise you, this is the best that it'll look. Так, чувствительность очень высокая, нужно настроить сразу. Есть возможность настроить? Нет. Ну ладно, давайте, у нас мышка уникальная. Так, есть стамина. Хорошо, нам стоит подумать. Так, приготовься. So, find a way to get there. Maybe through a vent? Good luck. Нам советуют use event to reach next area. Так что это у нас? Step only, no interest. Экзибиционизм. Туда мы не можем попасть. Welcome, добро пожаловать. С дверью мы можем взаимодействовать. Так, хорошо. Какова цель? Выжить? Или что? Или расследовать? Это будет наш вопрос на всю игру. Но пока мы просто имеем стамину и понимаем, что нам придется бежать от кого-то. Будет процесс выживания 100%. Это самое жесткое. Так, мы нашли отвертку. Судя по недавней игре, отец. Так, у нас закрывается. Хорошо. Там вентиляционная шахта, в которой мы можем взаимодействовать отверткой. Опа, очки. Хорошо. Hey, I just want to tell you, you gotta be very careful here. You really shouldn't underestimate this thing. If you do see the chicken, just run. Try to hide somewhere where Короче, я вижу курицу, мне нужно просто убегать. Хорошо, понял. Так, подождите, еще раз. Почему-то я не понимаю, почему-то во всех этих играх слишком проседает FPS. Мне кажется, это из-за тени, все. Оптимизации конкретно вообще нет. Во! Тень. Все, из-за тени, да. Так, хорошо, осматриваемся. Судя по всему, данный вид курицы представитель является... Ну, представляет нам очень высокий уровень угрозы для нашей жизни. Поэтому мы должны избегать этих куриц. Хорошо. You saw it? Be very careful. Make sure you don't let it catch you, obviously. Так, здесь лабиринт, судя по всему, здесь от курицы будем убегать. Хорошо, здесь пошли загадки. Listen, I know this might seem annoying, but there are three levers down here that you'll need to pull. They'll open the door that's gonna let you proceed. Now, I understand how redundant that may seem, but it's all in the name of security. All right, good luck. I'll talk to you soon. Be careful down there.
Так, нам нужно найти таких три рычажка. We just moved Sebastian into the red cell while work continues downstairs. I know he isn't really a human, but так. Я бы хотел бы увидеть ее вживую, чтобы примерно представлять, как с ней конкурировать. He's got no friends, no freedoms. I honestly don't know why Eric is doing all of this to him. At least he has an education. But even then, I think it's just for the sake of testing. So what if he's genetically modified? A human's a human, right? А, эти звуки слева и справа забить. Я-то думал. Так, вижу красный цвет. У-у-у! Так, ну я понял, в принципе, ладно, как с ней общаться. От нее можно убежать. Так, наше спасение будет переход. Ключ. Хорошо, мы нашли ключ. От какой-то комнаты. Так, стамину сильно не будем тратить. Нам и невыгодно сливать. Так, хорошо, мы нашли один рычаг, это открытие одной двери. Так, это мы возвращаемся назад. Угу, переход, наше спасение. Так, как предугадать ее движение бы еще? Хорошо, мы нашли еще один рычаг. Стоять! Фух, хорошо, что я быстро ориентируюсь в пространстве. Так, давайте пробежим сюда. Заползем сюда. Видели, нас курица в красный цвет. Вижу, еще один рычаг остался. Ой. Она уже рядом. Спрячемся. Так, мы можем покинуть это уже пространственное. Как же опасно. Оно уже... Боже, я теперь куриц стал бояться еще больше. Так, мы успеем пробежать? Не оборачивайся. Вы посмотрите на нее. Я не могу поверить, что оно такое агрессивное. Она еще овладела интеллектом. Как теперь ее обыграть? Я не ждал, что именно так будет. Хорошо. Ладно, мы разобрались, как с ней поступать. Так, запрячемся. Ладно, рычажки это автосейв, слава богу. Так, давайте проскочим сразу. Так, она где? Нет! Нет! Так, стоп. Нет! 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 Я боюсь куриц. Я даже не знаю, как мне поступать-то дальше. Что мне делать? Ее интеллект превосходит мой. Так, судя по звуку, она отступила. Так.
Мы успеем! Мы успеем! Мы успели, мы успели. Слава тебе, Господи. Мозги. Так, следующая локация. Купер. All right, you made it. Nice job. Спасибо. We're getting closer. Just keep going. Так, хорошо. Здесь лабиринт. Каковы наши дальнейшие действия? Тут кто-то был. Мы слишком быстро разобрались. Что происходит? Мы опять будем бегать, да? Наша задача только убегать и прятаться. На больше наш мы не способны. According to my map, the exit to this area is locked, and it can't be opened from your current location. Mm-hmm. Looks like you'll need to get up there, where that blue light is. There should be an elevator system that can help you. А. Так, стоп. Ну-ка, подожди, давай. Заберем все же туда сначала. Что, я так понял, это просто способ спасения. Так, а как мне запустить этот лифт? Есть потайной ход. Что-то тут не так. Так, подожди. Я запустил что-то, а что? Что же я запустил? А, найти нужно 3 штучки. От Elevator System. Курица уже идет в нашу сторону. Давайте спрячемся. Уходи отсюда. Он невероятно меня пугает. Или она? Это ж курица. Бегом! Так, давайте пока он там, мы здесь. Хорошо, а что мы здесь должны были сделать? Это чисто сейф? Сейф от куриц. Хорошо. Нет, 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 нет. Нет. Ты не сможешь мне что-либо здесь сделать.
Ряба, ну-ка. В сторону. Так, я даже не знаю, как мне дальше-то поступать-то. Так, мне нужно запустить будет лифт, тот самый. Для него нужно найти три куска кабеля, чтобы можно было законнектить их. А где их взять? Где их найти? Что мне нужно делать? Раз, нашел один. Подожди, это сразу оно. Все, мы нашли. Теперь нам нужно добраться до места. Стоп, Андрей, петушня! Бегом! Так, надо попить водички. Посмотрите на этот объект. Объект просто полон агрессии, страха. Он пропитан этим всем. Спрячься, пожалуйста. Да, блядь. Пожалуйста, дай мне пройти. Пожалуйста. Мне всего лишь нужно дойти до одного места, там установить кабель, подняться наверх. Мне здесь больше не будет, обещаю. Я больше не буду здесь находиться, я тебе больше не нужен буду. Зачем? Ты посмотри, какая у тебя прекрасная пернатая задница. Друг, можно я пройду? Что, налево. Отлично. Здесь забраться. Наверное, тут нельзя вообще, в принципе, на объекты какие-либо забираться. И кличи нет. Давайте мы откроем здесь дверь. Чтобы примерно понять. Господи. Да можно уже как-нибудь попроще. Ну почему? Тайминг немножко другой. Прикиньте, ибо я такой встал, поднимаюсь, она бежит на меня, и я уже все наверху, и все. Восхитительный был бы момент. Это сколько времени нужно ждать, чтобы она запустилась? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 секунд. Давайте нажмем кнопку. Может, не идет еще сюда? Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7,
8, 9, поднимайся! Гений. Гений. Я даже не думал, что она может подняться со мной. Есть. Так, ну дальше. Нет! Нет! Ой! Так, а мы выживем в таком случае? Или там как батут натянут, или что-нибудь такое было вообще? Ужас. You aren't who I thought you were. But that doesn't mean you're different. What exactly are your intentions? Are you lost? Are you looking for a way out? Or are you here to hurt me? You wouldn't want to hurt me, right? I want you to stay away. And I really don't think you understand what's going on here. I was able to break free. Но у меня есть инстинкты самосохранения, как я иначе могу поступать? None of you humans were strong enough to stop me. Others weren't so lucky. They weren't strong enough. I saved them. And I killed everyone who got in my way. And I won't stop at you. But for now, I'll give you a chance. Just open that door, and I'll give you your freedom. Нам дают шанс. Promise me that you'll leave. Whoa, whoa, whoa! Hey, what are you doing? Don't kill yourself yet. Wait. Wait a minute. How did you get here? From where you were, it should be impossible to... This is really strange. You shouldn't be down here. We could work with this. Just hang tight. Oh, and if you find any sort of tape recorder, please do not play it. There's a lot of confidential information down here. С ума сойти. Я так понял, это активисты этого, ну, Гринписа, там, чтобы животных не месить, вот это все, вот и нам будет промывать мозги тем, что мы же человек и тоже можем оказаться в ситуации как курица, вот, можем убегать, а нас будет нас преследовать. Новый наш соперник, пугающий нас, у нас теперь будет пугать человеком, я так понял, видом человеческим. This is Eric's audio journal, day 561. Today marks the 20th anniversary of Sebastian's birth, the product of Project Rebirth, the world's first genetically modified human. It can read, write, and even speak. It's incredible. We still haven't revealed it to the public. We have to wait. The more tests we can do, the better chances we have of improving it. We just need more testing. But it isn't perfect. It isn't. And we will reattempt Project Rebirth within the next 5 years. I don't care what the executives say. I don't care what the doctors say. I don't care what the mother says. We will get this right. Разраб молодец насчет озвучки, на самом деле приятный голос. Поработал хорошо. Так, подожди. А, это две двери. В одно помещение. Так, и... Я успею? Подожди. Давайте посмотрим, сколько секунд. О, времени даже предостаточно. А в чем смысл вот этой манипуляции? Понимаете, вы
В этой манипуляции была бы логика, что я сейчас убегу, а там Крюмер. Скорее всего, так и будет. Давайте предугадаем это. Я оставлю, что там будет сейчас что-то страшное, пугающее. Sebastian. That's what they've always called me. You. I've been following you. I've been listening. I know that you don't work here. You are oblivious to what's really going on. I've heard your radio. That voice. I know him. He's not who you think he is. His name is Eric. He created this place. He's the one that has caused us this pain. Eric is evil. He is a monster. And he wants to cause more pain. You and I, we can stop him. Otherwise, he is going to kill us, both of us. Eric's using you, and he'll kill you. You're a loose end. You've seen too much. And the chicken. He wants the chicken. That's why he sent you, right? The chicken's name is Cooper. I doubt he told you that. When Cooper broke out, he saved me. And now, Eric wants to capture him again. He wants to cause more pain. I've got a plan. I'll save us. You just need to lure him down here. Just follow his instructions. I'll save you. В общем, вот этот чел якобы добрый. Он с нами хочет коммуницировать. И мы должны преследовать его план. И того чувака, который нам в уши габазарит постоянно, зовут Эрик. Он является даже возможной курицей, как я понял, что такое. Плохо у меня с английским. Okay, so I figured it out. This place has gas pipes running behind the walls. If we стараться нам дать как можно больше боли. We can put the chicken to sleep without damaging it. And of course, you would also fall asleep, but I just wake you up, plain and simple. At this point, that seems to be our only option. So, you'll need to let the gas into the pipes first, then you'll need to release the gas. Simple enough. If this is the last time we speak, before I wake you up, of course, then I'll just say, it's been a pleasure. Find a way to let the sleeping gas into the pipes. Понял. И что я сделал? Не работает. Можешь круга дать, я там пробегу. Хорош. Интеллект у нас. Опа, вот это нормальная курица. Понимаете, это нормальная курица. Ну вон та. Это растяжка.
даже есть растяжки, боже. Шо, рычаг один. Что происходит? Он идет сюда? Я просто понять не могу, насколько она близко. Любой звук этот. Для нее любой звук является триггером, или что, я понять не могу. Пройди дальше, пожалуйста. Блять, это так долго будет, если она сейчас пойдет назад. Ёпара мать. Как же это долго будет сейчас. С ума сойти, просто невероятно. Просто бесподобно. Ой. Ой. Почему она дальше не может сюда сходить, например, куда я сейчас пойду? Я убил курицу и убил себя. Или усыпил? Вот в чем вопрос. Вопрос в том, что насколько долго эта игра будет проходиться. Thank you, спасибо. Я никогда актуально не знаю твоего имени. Не нуждаюсь в этом. Да, я прощаю твои руки и твои выходки, твое имя для науки. Что? Эрик. It's over, Eric. It's over, Eric. Over. Over. Please, don't. Пожалуйста, нет. Please. Что? You were never worthy of forgiveness. And for you. Почему мы это слышим, а не видим? Было прикольно, если бы было еще видно. Didn't deserve you. And you deserved so much more. Что дальше-то?
You're safe. I killed Eric. He's gone. He can't hurt us anymore. Он убил Эрика, короче. It's better this way. He was filled with too much pain and anger. He was never going to return to normal. He deserves peace. For the first time ever, I am free. You and I, we share something special. We are human. Все, я походу допираю, о чем идет речь. Сейчас надо подчеркнуть, что я за мысль. I am human. I. I. Тут, думаю, все догадались. Что он сделал? Пистолет типа к виску подставил? Chicken feet. Мы прошли еще одну. Хорошо, я понял. Достаточно короткая по сравнению с той игрой, которая iGame by Dial & Bassett. По сравнению, допустим, с... Днем отца эта игра вообще ничто. Просто ценник за игру День Отца достаточно такой дешевый, и работы сделано побольше. Но там есть куча ошибок. Так что у этой оценки вообще троечка нахрен. Ну, как бы рофл, казалось, не будет. А здесь затронута очень серьезная тема. Я и есть человек, грубо говоря. Тут говорится о человеке, о личности. Вот это вот. Ну, то есть, не о личности, а вот о том, что такое человек в природе. Там и оружие, там и убийство говорится. В том, что, ну, представление курицы и то, что мы можем оказать. Спасибо for playing. Да не за что, чё. Спасибо, что ты там сделал какую-то там попытку мысль донести человеку, что... В общем, здесь отображается попытка отображения гнили человеческой. В маленьких таких пропорциях. Можно было бы, конечно, масштабнее сделать, но здесь тоже есть попытка, и это достаточно неплохая, я считаю. За это лайкосик можно разрабу поставить, что он в минимализме это попытался передать через курицу и вообще животных, что мы убиваем все. И даже себя можем убить. Так что, да, в принципе, объяснять тут много ничего не надо, просто я и есть человек. Человек может делать все, что угодно. Ладно, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Попрошу поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписан. Распространить это видео кому-либо из друзей, знакомых. И... если не сказал сделать комментарий, то сделайте его. За это я тебе дам, выпущу новый контент. Еще раз поблагодарю. И я тебе говорю, что я люблю тебя. Пока.